решил настучать. Стрелки на миг сошлись, а значит ровно 13. Время остановись, дай хоть чуть-чуть отдышаться. Вдаль пролетает жизнь по скоростной магистрали. Время остановись на незнакомом вокзале. И что-то произойдет, о чем мы долго мечтали. И этот счастливый год начнется с чистого листа. Ну что, Иван, докатились? Да нет, не докатились. Встали на полпути и все. Да нет! Докатились! Милейший, когда поедем, а? Да. Вот когда поедем? Ну? Я так думаю, долго вам стоять здесь? Да вы с ума сошли? Вы чего? У меня первый скорый. Звезд полный поезд. Так, немедленно отправляйте поезд! Это вам не ко мне, а к начальнику вокзала. Николай Владимирович, и что вы мне прикажете сейчас делать? Вот что мне делать? Я не знаю, ну сделайте что-нибудь, успокойте людей. Вы талантливый человек, у вас фантазия. Держите. Скажите им что-нибудь придумайте, там, не знаю, про Деда Мороза, в конце концов. Ну, это же... Господа, ничего страшного. Дед Мороз попал под поезд. Спасибо вам! Я люблю вас! Ваш Николай Басков! Год собаки с февраля, пока что год щенка. Собачий вальс на проводах сыграет Лещенко. Слышь, старичок, я буду нынче здесь легонечко гулять. Репертуар-то помнишь мой? Будешь подпевать! Лай-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай! Наступит май! Быстрее, чем все угомонятся, здесь ты так и знай. А Юра Гальцев нам исполнит танец маленьких утят. Еще не все. Возьмите трубку, вам звонят. Добрый день. Точнее, ночь. Надеюсь, вы сейчас всех наших звезд принять не прочь. Максиму Галкину, пожалуйста, особое меню. Ну, с Новым годом. Я еще перезвоню. Все в двух словах. Не описать! Сегодня, ха, ты не попал ни в Петербург, ни в Ленинград. Сегодня кое-кто, поверьте, просто-напросто попал. И я еще вам про Ротару не сказал. Край, меридный край, бо над горами лине пісняця. Край, my baby cry, ти рідна матінька моя, земля. На-на-на-на-на. Все, опять не все. Вам эта ночь сегодня крышу окончательно снесет. И позвонят соседи сверху, и как станут причитать: о, господа, ну вы дадите мне поспать. И Новый год, как снежный ком, накроет город и страну, и всю планету целиком. И каждый житель на земле себе шампанское нальет. За Новый год, за Новый год, за Новый год! Что, приехали? Приехали. Ну, не грусти по мне, Рая. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Пальцев бросил свои кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним.
на Канары. С любовью встретиться проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Средиземноморская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят. Где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Средиземноморская вьюга, ищут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Я давно хотела вам сказать, вы Пальцев, великий режиссер. Кальцев. Какая разница? Я ведь, между прочим, тоже пела. И не где-нибудь там, а в хоре. Неужели? Да, Сальцев, да. Кальцев? Ну, какая разница? А еще я закончила консерваторию. И не за 5 лет, как все, а за... Подождите. Чего ждать? Возьмите меня, Мяльцев. Кальцев. Ну, какая разница? Средиземноморская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу. Шумят города, не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. А я вас в сотый раз спрашиваю, как мы отсюда уедем? А я вам в сотый раз повторяю, как вы вообще сюда приехали, а? На поезде! Так и давайте, и едьте отсюда на поезде. Ну так отправляйте поезд! Чтобы вы знали, я не начальник поезда, я начальник вокзала. А кто начальник поезда? Вы? Послушайте. Вы нормальный человек, и как любой нормальный человек, вы преследуете личную выгоду. Я готов предложить вам сумму, которая покажется мне смешной, и, надеюсь, Новый год мы встретим вдали друг от друга. Дорогой мой, уж не думаете ли вы, что я оборотень в погонах, а? Представьте себе, думаю. Бесаме мучо, сердце разбито, и понял я только сейчас. Бегство мне лучше, скрыться от яркого света твоих чудных глаз. О,
О, моя милая, чудная, нежная рыбанка, зайка, мой пупс. Жить не смогу я отныне по-прежнему. Сейчас, подожди, я вернусь. Без самолета, без самолета я полечу к вам, мой ангел, на крыльях любви. Сам с тебе я буду пилотом, а стюардессой, естественно, будете вы. К мягкой стене коридора воздушного нас турбулентно спрыжмёт. Но, к сожалению, идти срочно нужно мне. Небо пока подождет. Без сапе, без саперами, без мукусани, без кинзмараули я пьян. Бог, что мною правит, трудно мне в вас отыскать минимальный изъян. Дело совсем не в процессах брожения, да и вообще не в вине. Просто хотел сделать вам предложение. Жаль, что идти нужно мне. Извини. Без само, без самомнения, мы не встречали мужчину еще никогда. Никогда. Все они без исключения лгут нам в надежде услышать заветное. Да, да. Вряд ли прельстит настоящую женщину столь примитивный подход. Так что мечтал бы, голубчик, поменьше ты и отмечал Новый год. Так что мечтал бы, голубчик, поменьше ты и отмечал Новый год. Носильщик. Эй, любезный. 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 Вы не поможете нам? Отстаньте вы от меня. Тем более я вам ничего не обещал. Пардон. Да, девочки, похоже, мы отсюда еще долго не уедем. Друзья. Дорогие друзья. Мы не будем смиренно покоряться обстоятельствам. Мы не собираемся отмечать Новый год в этой дыре. Мы найдем цивилизацию. Если есть вокзал, значит есть что? Буфет. Город. Город. А я ему верю. Мы с ним в Тамбове вместе. Да подождите вы, любезнейший. Очень приятно. Дорогой Ась, не подскажете, как нам найти людное место? Тогда идти надо налево. Четыре версты отсюда. Потом сюда. Я все понял. Друзья, за мной! Вперед! Вперед, друзья! И четыре версты суды. Там Капханов, ты дурья! Сам ставил на лося. Ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет, у цыганки со старой колодой хоть один да найдется клиент. В ожидании чудес невозможных постучи.
примчится хоть кто-нибудь к ней. И раскинет она и разложит благородных своих королей. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Счастье в жизни предскажет гадание и нежданный удар роковой. Дом казенный с дорогою дальней и любовь до доски гробовой. Карты старые лягут, как веер, на платок с бахромой по краям. И цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям. Ну что сказать, ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Время рушит гранитные замки и заносит песком города. Но для каждого в руках у цыганки не имеют значения года. Сердце млеет, гадалки внимая, и на всех перекрестках земли выражение лиц не меняя, благородные лгут короли. Ну что сказать, ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать? Ну что сказать? Ну что сказать? Желают знать, желают знать, что будет. 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 Тан-тан-тан-тан-тан. А вот еще была история. Слава богу, пошли кое-как дела. Я всех успокоил, все сидят в ресторане, столы накрыты. Шампанское там, фрукты горячие. Николай Владимирович, ждем только вас. Понятно. Некому сказать новогодний тост. Не-не, вы не поняли, там надо заплатить. А вот еще была история. Как в делах ты ненавидишь зеркала, потерт, помят с головы до пят. Сам себя не узнаешь, как мог лишиться, нет за грош мечты простой. Выглядит на сто. Чтоб себя почувствовать, как в клубе, чтобы минимум, как Гэри Купер. Без раскрашенных штанов, без всяких модных свитеров, есть верный шаг, галстук и пиджак. И настрой уже иной, словно крылья за спиной. Не вид он, а внешний вид, и костюм, а не прикид. Просто и может скромно, но и за миллионы не купить. Зато этот вид на все сто. Не ходить пешком теперь, тебе распахиваю дверь любых авто. Выглядишь на сто. Шум забудешь городской, все заглушит в толпе людской красоток стон. Выглядишь на сто. Я знаю, девочки, знаю. И я до блеска женский глаз в висках стук. Что творят простой пиджак и галстук? Никому не устоять и ни на что не променять то волшебство. Выглядит на сто. Простой пиджак и галстук. Ой, oh, yeah.
Есть один рецепт побед, один ответ на 300 бед. Смени настрой, выгляди на 100. Есть один рецепт побед, один ответ на 300 бед. Себя настрой, выглядишь на 100. Выглядишь на 100. Ну я говорю тебе, выглядишь на 100. Поверь мне, на все 100. Да. Пошли вон! Научитесь себя вести сначала! Так, привокзальный ресторан для нас уже накрылся. Да, скучновато так-то. На сухую Новый год встречать. Может быть, вагон-ресторан попробуем? А что ты думаешь, нас там уже забыли? Нет, я думаю, нас там еще долго будут помнить. Ну вот, тем более, смотри, там репетирует женский коллектив. Женский? Ну? Есть идея? Наташ, я вернулся. Вот была бы у меня такая пачка, я бы поделился. Гарик, гитара не стоит. Что у тебя нет? Да не мучь ты инструмент, Леша. Это, а как там луна на севере? Луна-то, луна там, как арбуз. В смысле, как дыня, она желтая. Ну, может, ты как дыня. Твоя. Ну-ка.
Хорошо. Это кто? Я тебе сейчас дам, кто? Ну ты че? Да ладно, ребята. Дай посмотри. И буквально только что мы получили еще одно сообщение. Где-то между Петербургом и Москвой неожиданно исчез поезд первой скорой, на котором артисты направлялись встречать Новый год. Мы будем следить за развитием ситуации. Командор, ты куда? Все, сеанс закончился. А я, признаться, проявил глупость бесконечную. Всей душой ее полюбил я, куклу бессердечную. Для нее любовь – забава, для меня – мучения. Предавать не стоит права этому значения. Не со мной ли при луне пылко целовалась, а теперь она во мне ухо разочаровалась. Для нее любовь, забава, все ей шуткой кажется. Но кто ж ей дал такое право надо мной куражиться? Но кто же дал? Ну не могу я Новый год на вокзале. Развиваться события вновь покажет время. Я с вами прощаюсь. А вам, Гарик, спасибо за песню. В чем дело, товарищ? А не узнаете, Рай Захар? Здрасте. Ну, помните? Ночь, море, звезды, а? Море, ночь, звезды. Какая прелесть. Да, помню. А вот вас не помню, извините. А я так все помню. Помню, как мы с вами органы движения на курорте лечили, Ершкин-кот. Какие органы? Как какие? А Сочи-то помните? Сочи? Ну. А где это? Нет. Я была на Мальдивах. Хорошо выглядите. Ага. Модно так. Прическа хорошая. Все, диетическим питанием увлекаетесь, а? Ну, какая банальность. Нет, я увлекаюсь астралом. А кто это? Да никто, что? Астральное пространство. Дух вечности, понимаете? Вот так, знаете, лежишь на песке на Мальдивах и смотришь на звезды. Ночью. Почему? Ну, так звезды только ночью бывают. Я вижу их днем. Я иду в астрал. Мешают. Да. Мешают. Это кто мешает-то? Да мужики, конечно. Вот скажите, имеет ли право интеллигентная, умная, красивая женщина одна полежать на песке, на пляже? Одна. Имеет право? О, а? Конечно. Че, мужики-то как мухи липнут? Вот именно. О, слушай, ты ешкин кот, а? А я всю жизнь мечтала побыть одна. Я жду тебя поскорей. Приходи, не могу больше жить без любви. Что же ты медлишь, скорей? Ради нашей любви ты меня позови. Жду, 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 полночь жду. Жду, 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 полдень жду. Жду, жду, жду лишь тебя.
ждать придется, я не знаю. Но тебя я среди всех, я среди всех легко узнаю. Что же ты медлишь? Скорей приходи, и растают снега, и затихнут дожди. Я извиняюсь, конечно. А сейчас с кем проживаете, Рызахар? Слушайте, товарищ, вот так вот прямо вам все и сообщив. Встречный, поперечный, да я говорю, человек, которого вообще первый раз вижу, с кем? С мужчиной, конечно. Адвокат, доктор юридических наук. Умён, тонок, гениален. Ужасно любит поговорить, так что я устаю. Ушла. Ушла подышать, побыть одной, так сказать, помолчать. Ага. Вот сюда вот, на вокзал прям? Да. А мужик-то по ночам не храпит? Похрапывает, так, ну, терпимо, терпимо, да. Ну, жду, 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 полночь жду, 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 полночь жду, 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 лишь тебя. А что это у вас там такое, слушайте? А, это голуби. Голуби? Ага. Как интересно, а почему это они голуби? Я же голубей развожу, вот прикупил еще голубей. Как интересно, интересно. Да ладно, до свидания, счастливо вам оставаться. Хорошего мужика. Да мужик у меня есть, я в Австралии сейчас. Голуби, голуби. Голуби. Василий! Товарищ! Товарищ Кузякин! Кузякин. Узнал. Ой. Узнал. Да. Голуби Кузякин. А как ваша Дана? Надюха. Надюха. Жива-здорова. Ой, извините. Ну что ж, Кузякин, товарищ. С праздником вас. С Новым годом, голубям. Привет. Спасибо. Вас также с праздником. Спасибо. Спасибо. Мужика вам хорошо. Да мужик есть, я же вам сказал. Ну, до свидания. До свидания. Боже мой, как постарел. Кошмар какой. Никогда бы не узнал. Кушать будете, молодые люди? А какие варианты? Вариантов немного. Да, нет. Мы устали просто, хотим поесть. Вкусно. Хорошо, что будете? Ну, например, борщ. Простой или по-домашнему? Ну, конечно, по-домашнему. Пожалуйста, борщ. Спасибо. Нахал, нахал, подлец, подлец, всю жизнь меня изломал. Я раньше, товарищи, такая была, кровь с молоком. Он сидит носатый какой, пузо вывесил, на человека не похож. На, ешь борщ. Тоже мне не нравится ему, как я готовлю. С вас 200 рублей за борщ по-домашнему. Вы тоже будете? Нет, нет. Напрасно. Сдачи не надо. А у меня сдачи и нет. Сытно поел. По-домашнему. Николай Владимирович, а ведь я ее где-то видел. Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня в звенящую снежную даль.
три белых коня, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. Остыли реки, земля остыла, но я мороза не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было. А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Ну вот, что я говорил! Вот он город! Вот, что я говорил! Кто сказал, что поворачивать направо? А я вам почему-то верю! Вы! А если я прикажу прыгать с 9-го этажа, будете прыгать? Нет. А я бы прыгнул. Я раз в Мончегорске с 20-го... Да подождите вы! Любезнейший! Шо? Очень приятно, Юра. Послушайте, шо? Какой ближайший здесь город? Когда... Сидней. Чё? Сидней. Это в какую сторону? А я так думаю, что это вот... Вот... Вот так насквозь. Копать надо. А поближе? А, поближе? Поближе это вот так вот, я думаю, верст 5 пешком по пояс в снегу с елками. Отлично. В путь. Дай. Вот. Верст 5, я думаю. Там низинка, овраг. Там до Сидея копать ближе. Метра на два. Говорил я тебе, надо на Новый год в Италию уезжать. А ты дома лучше, дома лучше. Вот и застряли, бог знает где. В глуши какой-то. Да что ты переживаешь, нашла проблему. Закрой глаза и представь, что ты в Италии. Гляжу на воду талую, а хочется в Италию вдохнуть бы средиземноморский бриз. Все это рядом, обернись. Эй, мамбо, мамбо итальяна. Эй, мамбо, мамбо итальяна. Эй, мамбо, словно сойдя с экрана. Заводная тема нас уже несет по лерва. Эй, мамбо, слышишь, и будто снится. Эй, мамбо, в воздухе запах пиццы. Эй, мамбо, мамбо итальяна. Сам себя в безумном танце ощущаешь итальянцем. Итали, от родной Италии, лишь услышишь мамбо звуки, скинешь руки, сделай шаг в любимом ритме, ты уже как будто в Риме. Эй, мамбо, мамбо итальяна. Эй, мамбо, мамбо итальяна. По волнам улиц венецианских пронесемся в ритме танца. Нас так манит здесь остаться. Мамбо итальяна. И спагетти, и чинзана, и Санремо, и Челентано. Чао, комиссар катания. И вдали от родной Италии лишь услышишь мамбо звуки, скинешь руки, сделай шаг в любимом ритме, ты уже как будто в Риме. Эй, мамбо, мамбо итальяна. Эй, мамбо, мамбо итальяна. Этот ритм греет миланским солнцем, и на поле
полисе колючим, станет жарко, если включим мамбо. Николай Владимирович, ну что вы переживаете? Считайте, что мы просто приехали на пикник. Посмотрите, какая природа. Какой кислород. Вы когда за городом были сами в последний раз? Ваня, я живу за городом. Вот! Посмотрите на небо. Вы знаете, сколько звезд на небе? Я знаю, сколько звезд на этом вокзале. И я знаю, что они с нами сделают, если мы не отправим их домой. Вы не можете взять и абстрагироваться, Николай Владимирович, а? Ваня, я не пью! Ушли! Гвардник! Тихо! Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Скажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку? Идиот, какая библиотека? 3 часа ночи. А где бабуля? Я за нее. Может, по 300? По 330? Каждому! Согласен. Постой, паровоз, не стучите колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. А ну-ка, убери свой чемоданчик. Что, простите? Я говорю, убери свой чемоданчик. Я не уберу свой чемоданчик. Чего? Костя! Пан Аркадьич, вы здесь. А куда я денусь, когда разденусь? Как неоднократно утверждал граф Толстой, вся наша жизнь – это сплошная железная дорога. Я помню. Уже рельсы кончились, а станции все нет. А какой был джаз? Какие артисты. И где они теперь? Да, где они теперь? А я отвечу, их теперь нет. Нет? Это правда. А спроси меня, почему нет? И спрошу, почему нет? Тебе по-честному? Желательно. Отвечаю. Их теперь нет, потому что пришли другие. В самую точку. Но мы еще остались. А куда мы денемся, когда разденемся? Как неоднократно утверждал граф Толстой. Степан Аркадьевич, это вы уже говорили. А, ну да. Перерыв, рак веселья. Костя, сгоняй-ка за шампаньем. Сколько брать? Ну, гулять так гулять. Пойдем, выпьем за нас. И за джаз. Ай, 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 ай.
что может быть на свете лучше. Нет ничего волшебней звуков его. И этот джаз не может нам с тобой наскучить, ведь его ритм горячий, неповторим. Музыкой назвать не спеши, он для тех, кто достигает самых вершин. Джаз — это, пожалуй, не какой-то жанр. Джаз, пожалуй, это состояние души. Все это джаз, и поясню на всякий случай. О, если ты вдруг меня не понял, мой друг. Жизнь — это джаз для тех, кто не считает скучной жизнь. Джаз, пожалуй, это состояние души. Ну, Николай Владимирович, не пуха. К черту. Алло, Маша, привет. Подожди, ну, да подожди ругаться-то. Да, ну погоди, ну погоди. Я на вокзале, да. Ну почему на Казанском, Сара? Почему на Казанском? Да не абстрагировался я еще! Коленька, я тебя жду! Алло, алло, да какие девушки? Ну что ты выдумываешь-то? Я не понимаю, это Ургант дурачится здесь, понимаешь? Фу, девочки, мне вообще эта фоменка не нравится, пойдемте лучше к Боярскому! Я хочу тебе объяснить, я завтра утром буду уже, это совершенно точно, я приеду, а сейчас вам... Ну, Николай Владимирович, как там? Тебе привет. Что желаете? Эти попрошу. Здесь очень много мускуса, лаванды и альпийская ромашка. Но я думаю, это не ваш запах. А мне нравится. У вас хороший вкус. Просто этот запах связан с воспоминанием. С этими духами у меня тоже связаны некоторые воспоминания. Это ты? Это я. Ипполит! Ипполит! Как все в порядке? Как муж? А, ты говоришь про Лукашина? Да, про Лукашина. Знаешь, я не вышла за него замуж. Почему? Мы решили пожениться через год. Хотели проверить свои чувства. А 31 декабря он пошел с друзьями в баню. Я уже догадываюсь, да, что из этого вышло. Судьбы. Привет, супруги. Я не женат. Ты никогда не женился? Никогда. Ты меня ждал? Ждал. Жду. И буду. Не грусти. Не грусти.
был, только не со мною. Не шептал нежных слов, не сводил с ума. Как-то так не сошлось, сбыться бы могло, но не сбылось. Ветром унесло, снегом замело наш несостоявшийся роман. Все так же, как и 20 лет назад, и мимо поезда летят, летят. Вокзал открыл глаза билетных касс. Он снова для двоих, но не для нас. Помнишь, как ты нам пел, что любовь, конечно, не проходит? Знаешь, я стал мудрей и не жду чудес. Год пройдет, жизнь пройдет, мы с тобой в конце попросим счет. И ничто вокруг не нарушит вдруг ровного биения двух сердец. Все так же, как и 20 лет назад, и мимо поезда летят, летят. Вокзал открыл глаза билетных касс. Он снова для двоих, но не для нас. Сколько лет, долгих лет. А сколько? Сбыться бы могло, но не сбылось. Как красиво. Ветром унесло, снегом замело наш несостоявшийся роман. А может быть, это и хорошо? Все так же, как и 20 лет назад, и мимо поезда летят, летят. Вокзал открыл глаза билетных касс. Он снова для двоих, но не для нас. Помнишь, как я пел? Да. Что любовь, конечно, не проходит. Знаешь, я просто стал мудрее. Зря. И не жду чудес. Почему? Черт нас дернул за всех кричать! Но не нас, а вас! Ну, знаете, все равно расхлебывать-то нам двоим! Ну, теперь куда? Ну, точно не туда! Какие мысли? Давайте вы поддержите, а я за помощью сбегаю пойду. Тут мыслей никаких. Понятно. Будем маскироваться. Фантастические мачо, мы собрались тут вдвоем. Мы куплеты зафигачим, а точнее пропоем. Ай-яй-яй-яй, очень красив русский напев на испанский мотив. Говорить Андрей Малахов может к ряду суток 5. Надо только батарейки ему вовремя менять. Ай-яй-яй-яй, хватит, Андрей, не напастись на тебя батарей. Скоро год, как все гуляют, на гармошке рвут меха. Так Россия отмечает первый кубок УЕФА. Ай-яй-яй-яй, и го-го-го, как же мы долго ждали его. Футболисты всего мира продвигают новый культ. Верят в то, что после смерти души в Челси попадут. Ай-яй-яй-яй, гордость всех россиян. У Челси с Чукоткой бурный роман. Избежать привычек вредных еще мало кто сумел. Вот стилист Сережа Зверев вдруг сорвался и запел. Ай-яй-яй-яй! Ну, а
обалдеть! Уже парикмахеры начали петь! У Шараповой Марии теннис просто высший класс! А от стонов ее громких я вообще вхожу в экстаз! Ай-яй-яй-яй! Просто рефлекс! Мысли одни навевает про спорт! Бритни Спирс в Москве увидеть не получится никак. Я бы так не зарекался, ждите дня нефтяника. Ай-яй-яй-яй, размах неплохой. Чё мелочиться, праздник такой. Но закончить эту песню труднее, чем начать. Мы готовы на гитарах, а там густо бренчать. Ай-яй-яй-яй, хлопай народ, а то давайте, отдыхайте, веселитесь. А мне, кроме неприятностей и выговора от начальства, ничего уже не светит. Простите, а у вас брат-близнец на вокзале не работает? Нет, я один девочка в семье. Ладно. Ну, тогда дайте мне, пожалуйста, один билет. Да куда? Ну, да туда или там. На Коцепетовку можете, на Стокгольм. Нету. На Варум брать будете, только торопитесь, она уже петь начинает. Ну, давайте. Ну, нате. Спасибо. Угу. Анжелика, подожди, не начинай, я к тебе еще одного прыща отправила. Твоя рука нежна, крепка. Я хочу, но не могу упасть. Танец хмель, танец страсть. Это румба длиною в 100 лет. Наша тайна, наш плен и наш бред. Мы плывем, не касаясь земли, исчезая вдали. Только музыка. Сердца полны, слова не нужны. И мне хочется шептать одно: будь со мной, будь со мной. Прошу вас. Внимание!
Ох, какая красота, слушай. Только сделали косметический ремонт. Приятно. Может быть, здесь вам будет удобно. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, я постою. Других мест все равно в ближайшее время больше не предвидится. Это... Можно вас спросить? Конечно. Я думал, может быть, вам показалось мало, что я тогда за вас давал. Стад баранов давал. Холодильник Розенлеп, финский, хороший. Правда? А я об этом ничего не знала. Сына квартиры. Что, самолет еще надо? У них нет того, что было у вас, товарищ Саахов. Ну, это верно, да. Ну, еще холодильник где-то раз добудут. А стадо баранов где они возьмут? Нет. У них нет вашей страсти, вашего азарта, вашей любви. Нет. Ну что вы, пожалуйста. Давайте за это выпьем. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы. В нас со всех сторон забавляется он с людьми. И страдаем мы от любви, и смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно. И в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы, в нас со всех сторон забавляется он с людьми. И страдаем мы от любви, и смеется он, и хохочет он. Злой шутник, озорник, Купидон. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. И смеется он, и хохочет он. Злой шутник, ох, озорник. Купидон забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви, и смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон. Я не понимаю, Николай Владимирович, зачем мы с вами пришли в камеру хранения? А ты что, Ванечка, людям обещал? Как что я обещал? Я обещал подарки на Новый год. Новый год, ну, что вот, а подарков-то нету. Поэтому будем брать то, что видим. Я не понял. Все очень просто. Берем вот чемодан Валерии. Так. Дарим его Долиной. Так. А Валерии дарим рюкзак глюкозы. А зачем Валерии целый рюкзак глюкозы? Знаете, что мы сделаем? Давайте мы возьмем вот весь чемодан Киркорова и подарим его всем. Там на всех хватит. Жалко, что нет чемодана Пугачевой. Почему? Ну, чтобы подарить его Киркорову. Я все могу, все могу. Я все сама, сама. Могу и за все в жизни с легкостью сразу берусь. Да, я беспомощна, в смысле, без помощи я обхожусь.
тяну одна, где могло бы хватить с головой на двоих. И нет проблем у меня с этим, комплексов нет никаких. Я марафон пробегаю на шпильках 100 раз на дню. Я в карбюраторе клапан одной рукой заменю. И гвоздь забить, и каблук починить, и ребенка родить. Я Юлий Цезарь и Штирлиц, попробуйте мне возразить. Ведь я сама, я все могу, могу сама, я все сама. Сверну я горы, если они по пути в магазин. Да буду нефть сама, лишь бы стал дешевле бензин. Забью французам в первом же тайме 102 гола. Жаль, что не строят магнитку. Мама, ты поздно меня родила. А ведь могла, а ведь могла. Вот я б смогла, вот я б смогла, вот я б смогла. Я все могу, а где взять хоть кого, кто бы столько же мог? И сильный пол, увы, имеет свой потолок. Пусть не помог, пусть бы просто умел этим всем дорожить. Как я устала, поверь, без комплексов жить. Я все сама, я все сама. Я все смогу, я все смогу. Я все сама, я все смогу, я все сама, я все смогу. Хоботов! А? Хоботов! Сколько можно спать, Хоботов? А что, поезда еще не идут? Я похожа на справочное бюро. Хорошо, я сейчас пойду посмотрю сам. Нет уж, сиди. Куда ты смотришь? Никуда. Я всегда говорила, Хоботов, что ты... тайный эротоман. Это не ты говорил. Знаю. Но теперь мне кажется, что Маргарита Павловна была права. Удивительно неорганизованный человек. Надо ж проспать Новый год. Ну, Людочка, ну это ж такие условности. Ну, у нас Новый год прошел. А в какой-нибудь Ирландии он еще не начинался. А в Америке он вообще будет завтра. Слушай, не знаю, что пришло сейчас в голову. Женщины – это как часовые пояса. Тебе кажется, что ты их меняешь? А на самом деле ты летишь на самолете на закат, и на твоем жизненном циферблате всегда один и тот же час. Хобот, вот за это я готова простить тебе все-все-все. Ты страшно умный. С Новым годом. Пожалуйста. С новым счастьем. У тебя сегодня праздник, пей до дна, любимая моя, я тебе желаю, чтобы все-таки сбылись твои мечты и все, что хочешь ты. Тебя я поздравляю, поздравляю с Новым годом тебя, умоляю, будь счастливой всегда. И я знаю, ты всегда мне верна. Поздравляю Новым годом тебя. Ты гуляешь.
гуляй, развлекайся до утра, потом до вечера и снова до утра, да. Пусть шампанское у всех течет рекой, пусть счастье к вам домой придет само собой. Поздравляю с Новым годом тебя, умоляю, будь счастливой всегда. И я знаю, ты всегда мне верна. Поздравляю с Новым годом тебя. В небе новогодняя звезда, может быть, укажет нам дорогу. Счастья и удачи навсегда. Поздравляю с Новым годом, в новые года. Поздравляю с Новым годом тебя. Умоляю, будь счастливой всегда. И я знаю, ты танцуешь? Я? А ты... Ты мне? Просто спросил. Так ты танцуешь? Ну, вообще, конечно... Да. Понятно. Пошли. И мы начинаем наш традиционный новогодний конкурс «300». Я вижу, первая пара уже готова. Представьтесь. Настя. И ваш партнер? Я не партнер. Мы только познакомились. Дмитрий Дюжев. Встречайте наших участников. Настю и... Я забыл, как космос зовут. Дмитрия. Так, давай сюда свой твист. Я научу тебя, есть у меня секрет такой. Нужно двигаться так, как дышать свободно и легко. Да у кого-то здесь в роду был дед кавалерист. Посмотри, это просто, да просто все знакомый наш твист. Да все я понял давно, вот так рукой, так ногой. Ну просто люди вокруг и смотрят только лишь на нас с тобой. Вон тот высокий тип, он нас снимает, явно журналист. Ну а что здесь такого? Все видят, это только лишь твист. И полный зал вокруг, только мы будто бы вдвоем. И случайно почти коснемся плеча плечо. Как барабан бьет, пусть разволновался точно гимназист. Пусть горят наши щеки, румянец этот спишем на твист. Есть в этом танце все, и модный ритм, и страсть, и шик. А какой у тебя, согласись, способный ученик? Пусть не отличник я пока, но явно хорошист. Ах, все окей, только руки, напомню, это все-таки твист. Успокойся. Это только твист и ничего больше. Ты сейчас дотанцуешь, поздравишь ее с Новым годом, поедешь домой, выпьешь шампанского и спать. Спать, спать, спать.
чего-то тяжело дышать. И так хочется важное что-то тебе сказать. О себе? О тебе. Не так быстро. Любой каприз. Повторим. Да хоть завтра. Напомним это только лишь твиз. Oh, yeah. Вот так и делай людям добро. Я вел их к свободе, как Прометей, как Жанна д'Арк. Люди! Отвяжите меня! Я больше никуда вас не поведу! Честное слово! Ай, какой сладкий, а! Ай, какие щечки, какое пузико. А что у нас там? А я гадаю, привораживаю, возвращаю любимых, чищу карму, делаю массаж икроножных мышц. Задавая вопрос сладкий, отвечу на любой. Когда тронется наш поезд? Ну, а я-то откуда знаю? Грат! Ну, кто тут кричит, как поросенок? Я еще не ушла. Крабят! Думы окаянные, думы подаемные, ой, бестолковая любовь, головка забубенная, бестолковая любовь, головка забубенная. Все вы думы помните, все вы думы знаете, ой, да чего же вы, да мое сердце этим огорчаете. А да чего же вы, да мое сердце этим огорчаете. Позову я голубя, позову я сизого, ой, пошлю дролечки письмо, и мы начнем все сызнова. Пошлю дролечки письмо, и мы начнем все сызнова. Любезный, вы уж нас простите. Ну, артисты, сами знаете, народ беспокойный. Пошумели тут у вас. Это вы меня простите. За то, что я поезд ваш остановил. Бегал, переодевался туды-сюды. Да что, очень по-новогоднему получился все-таки маскарад. Вы знаете, хочется, чтобы в нашем городе люди в чудеса поверили. Чтобы хоть раз в год, вот как снег на голову, артисты известные свалились к нам. А вот вас я где-то видел, а? Вот видел где-то вас. Понимаю. Видел. Хочется, чтобы и у нас хоть раз в год елка огнями так бах-бах-бах-бах. Вы знаете, я не знаю, как Николай Владимирович, но я с удовольствием приеду, я артистов привезу. У вас природа такая замечательная здесь. Спасибо вам. Как вас зовут? Ваня. Спасибо вам, Ваня. Ну, зачем вы так? Спасибо большое. Вот не откажите в любезности, а? За Новый год выпить. С удовольствием, давайте. Андрей, Андрюшенька, иди сюда, друг. Давайте. Вот это. С Новым годом вас. Спасибо. С Новым годом. С Новым, с Новым годом. Годом. С Новым этим, как его, счастьем.
Здесь тот же самый белый снег, елок зеленых целый хоровод. И здесь, безусловно, все есть, все, чтобы встретить Новый год, тот, который уже идет по заснеженной земле, по океанам, городам и странам, там, где оставил он след. Там происходят чудеса, ну а значит, произойдут и тут. И елка вдруг зажжется, мир качнется и петь начнет песню ту, что в сердце остается. И елка вновь зажжется, мир качнется и петь начнет песню ту, что в сердце остается.